Всех, друзья, приветствуем. На этот раз мы не только с Олей, мы с легендарным Василием Кимом будем продолжать играть в Age. Нас будет трое, и это будет интереснее. Будем нагибать пока что ботов на такой карте, как река Нил. Вася, скажи что-нибудь. Всем привет. Так, превосходство по умолчанию, враг тяжело, титаны. Титаны будут, не будут? Будут. Давай, титаны, все готовы. Давай полный комплект. Нажимай готовность. Красную точечку. Как мы титанов перенесем через реку? Никак, они будут защищать нашу территорию. Или построим титанов на той стороне, если это будет возможно. Мы пробуем, как оно через Steam играть. Разные настройки, шаманство. Все это привело к тому, что вы сейчас увидите. Вообще река Нил у меня вылетала в стандартной версии. А вот как это будет в Extended Edition? А я думаю, что такое? Все такие мелкие у меня пропорции изменены. Так, ну хорошо, поехали. Ночь, вау, круто, да. Заряжаем строительство парней. Да, действительно ночь, но как-то... О, боже, они так медленно ходят. Как-то рывками. Рывками? Да, ну знаешь так, тынь-тынь-тынь. Ага, ну сейчас может распогодиться. Ну, может распогодиться, но у меня FPS нормальный, ну, не знаю, что так, может из-за того, что через интернет. Рывочные. Посмотрим, в чем дело. Так плавно бегут лошади, как в замедленной съемке. О, лошади, а ну-ка давайте сюда. Шикарно будет за этим наблюдать. А вы какого цвета? Синий это Виктор, наверное, да, и красный это Вася. Да? О, так, я смотрю, у всех процесс пошел. Но мне нравится, у меня рядом центр города. И даже два. Так. И главное построить храм. Что? У вас процесс пойдет побыстрее, чем у меня, конечно. Учитывая, как быстро мои крестьяне собираются. Нет, так, работает вроде, распогодилось. Хотя не знаю. Посмотрим дальше. Может, надо будет настройки выставлять поменьше или что-то такое. Сейчас я себе овечек пособираю. Как я это люблю. ФПС мелковатый, но в принципе я же не снимаю, мне все равно. Не, ФПС-то как раз хороший, а вот они немножко чуть не плавно двигаются у меня. Такие крестьяне как будто их вырывают. Но как будет на видео, это я тоже посмотрю. Ну да, как-то так непонятно. Будем над ними смеяться, если что. Так, я вижу, у меня тут аллей. На создание никого. Так, Витька, ты своих овец не собираешь, а то я украду. Где там мои овцы? Не трогать моих овец. А ну покажи, где они тут. Так они рядышком там у тебя. А, не, все, что не мое, все, что не синее, все забирай себе. Мне оно как бы не нужно. Где просто мой разведчик? Знак моей добрый следите, потому что враг будет посылать. Ой, да, оттуда ну, знаете враг что. Врагу для этого надо фритон. Чуть-чуть расстроиться. Я еще тут нашла. Ну, если ты его расстроишь, то он, конечно же, расстроится. Вау, крокодилы. А с них, наверное, очень много мяса. Что, еще как-то притормаживают кнопки, мне кажется. Вот что-то клацаешь там, идите туда. Ну, как-то как будто через раз. Надолго. Так, как-то так. Так, что мне нужно? Мне нужен храм. Ребята, знак моей доброй воли, я вам приношу одну овцу. Подарок. Да. Акция. У нас сегодня акция. Овечку в подарок. За 100 монет. А я у вас все реликвии отберу. Не-не-не, Витя, я как раз думала, сейчас у меня герой появится. А когда он у меня появится? Спасибо, Вас. Это хороший подарок. Реликвии уже забрали мне, да? Витя, когда у меня? Нет, еще пока я ни у кого не забирал. Я иду за своей первой реликвией. Кстати, что она будет означать? Улучшение арсенала становится... Вау! Это джекпот! Нет, хорошая я не реликвия. Такое дело. Леги? Если хотите меня опередить... Подвисает у меня. Да, у меня они тоже Витя... виснут. Блин! Карта зависла! Двигаешь мышь, и она не шевелится. Ёлки зеленые, кошмар. Не, работает, работает. Все, отвисло. Оно будет корректировать наше интернет-соединение, может, дело в нем, но... Уж что есть. А зеленый это кто у нас? Ну, 50 золота нужно. Стены, блин, совсем золота дешевле. Нет. Кого мне обворовывать, зеленого или...
Давай я обворую красного. Конечно, всегда я. Чтобы не случилось, я, конечно же... Сейчас перейду, перейду. Да я могу и зеленого обворовать. Еще чуть-чуть. Ты в следующую эпоху переходишь? Там надо было выставить общие ресурсы. Есть, хорошо. У тебя как будто там что-то нереальное происходит. Еще чуть-чуть, перемирие, восстановление беру. Восстановление. А я перемирие беру. Перемирие нам добываем, понадобится. Добываем только прошу несколько человек. У меня уже наконец-то на золото пойдут, сколько можно. А тут есть так, чтобы золото и рядом лес. Да. О, отличное местечко. Я сюда. В центре города, значит. Понятно. И потом нам создание крестьяшек. И крестьяне пойдут куда-то. Как только придут в новый век, будут сюда. Огороды. И будем пахать на огородах. Вторую реликвию украл. Сейчас, если повезет, то третью украду, если Вася ее не... Нет, так, не Вася, ты ее забрал, наверное, да? Строений. Не забываем, что своим крестьянам можно давать мультикоманды. У меня одна реликвия осталась. И я ее заберу, я ее сторожу своим разведчиком. Так, правильно, все у нас пошли сразу на золотце. Правильно, добывайте. Верь в то, что ты ее заберешь. Я лоханулся себе немножко. Что значит верь, что ты ее заберешь? Раз, два. 400 еды. Может, на оленя послать его охотиться? Ох, не знаю, на что ты его будешь посылать. Так, давайте убейте эту овечку. Просихи. А ты давай построй. Вуломе. Вот это. Далеко не уходи, а тебе понадобится постройка вот этого. Просихи. Витя! Ты куда идешь своим героем? Кыш отсюда! Почему? Блин, а напасть на тебя нельзя, ты же союзник, да? Паразит такой. Вот гад! Это мое! Ты не успеваешь ее взять. Витька, ты хочешь сделать меня самой слабой? Ты будешь стены строить, скажи честно. А слабее меня тут никто не будет. Тогда я несу к твоему храму эту реликвию. Если ты не будешь стены строить... Да будь же ты проклята! За я? То, что не дала мне такую реликвию. Да уноси ты свою реликвию, знаешь куда. А зачем она нужна? Там есть стена, так бонус хорошая к стенам. Реликвия. Так, о. Мне нужно... Интересно, получится? Да, бонус к стенам. Хорошо, я ее уношу. Опа! Шо это? Шо это? Витя, это кто делает? Это я. Да, не прошу. Если что, ребята, я быстренько к вам смотаюсь. Что ты там такое сделал? Я думала, это уже какой-то враг что-нибудь делает. Это сила крона моего титана, он переносит здание в любое место. Да? Это твой храм? Ну ладно, застраивают меня тут своими храмами. Так и быть. Так, мне очень нужна еда, так что начинаем. О, день наступил наконец-то. Да, каждые 10 минут будет сменяться. Ой, уходит здание. Все? Побыл чуть-чуть просто и хватит. Знаешь, там катаются ребята внутри. Им надоело на месте. Движение — это жизнь. Так, и мне нужно... Мне нужно вот это. Так, как-то у меня так медленно развитие идет, я не знаю. О, зато после тебя осталась плитка. Малишта. Реликвия, один домик тебе принесу. Этими. Просто люди хотят жить ближе к своим братьям, соседям. А у нас высадка почти. Ну смотри, смотри. Ко мне, ой, блин, все, мне не хотится. Это не высадка, это они там рыбачат. Рыбачат. Тогда мне не капец. Итак, да это же я приду, когда все ровненько. А, рыбачат, боже мой, тут же можно кучу еды добывать дармовой. Да не можно кучу еды добывать дармовой, не верь в это. Они там на море начнут действовать, и тогда ты фиг что добудешь. Угу. Ну тогда все понятно. Лейе? А если попробовать? Ну ладно, я же им приказал охотиться за... этими оленями. Прошихе. Так, раз, два, гуляющие. Так, вуломе. Возвращайся, иди сюда. Если кого-то будут заедать враги очень сильно, то говорите. Вуломе. Буду задействовать перемирие. Если что, я к вам перемещусь, окей? Ну, кроме городского центра. Не вот. Надо ты нам, зачем ты нам там? Я уже домик к вам пришел, мой так. Домик, да? Леге. И мой второй домик тоже, к Виктору. Мой второй домик к Колю уходит. Так, на всякий случай. Ты расстраиваешь империю, добываешь ресурсы. Кто?
Я? Вася. А я тут немножко забылся, но при этом да. Враги забываться не будут. У меня домик получился не очень под линейку. О, опять Дания прибыла. Что делать-то? Не под линейку. Ты же у меня не будешь ресурсы воровать? Как она может воровать ресурсы, если это здание, а не жители? Хорошо. Если я взял... Этими. Извиняюсь, что перебиваю. Если бы я взял другого, там есть такой парень. Небесные порталы. Вот я бы жителей переносил. Но я решил переносить. Да, жителей. Это страшная штука. Так, мне пора уже арсенал добавить. О, пожалуйста, не тормози, игра. Прошехе. Ну ты просишь от нее невозможного. Пожалуйста, да, я думаю, может, я с ней сначала по-хорошему, я мирный план у меня такой, понимаешь, а потом будет по-плохому. Прошехе. Так. Я пока Вуду. Наращиваю добычу. Какая-то такая карта с зеленым оттенком вся. Ну, наверное, это ночь или что-то такое. И ночь, у меня еще утро, и жители день. Все зеленые, и грядки зеленые. Вообще сплошная зелень. Прошехе. Что? Что с этим делать, да? Хорошо. Зелень, и что с этим делать? Я думаю, Виктор, скажи, что Атланта одни из самых читерных ребят, учитывая, как они собирают ресурсы, в воздухе помечают. Да, нормальные парни. Им тоже сложно по-своему, у них войска не такие сильные, как у остальных. Правда, за ресурсы их можно сделать героями, тогда они становятся посильнее. Так, вообще-то давайте, наверное... 36, 86. Эй, так, дружище, экономика, друзья. Хотите, чтобы все было хорошо, развивайте экономику. Да, развиваем экономику. Я правильно. Бога, вот как. Не, хотя не, я залоханулся только что, не собирал ресурсов. Но и справляюсь понемногу. Вуломе. Пища нужна. Мои ребята трудятся. Мои тоже, только мне нужна пища, много пищи. Скоро враг начнет приходить, так что готовьте ваши маленькие армии. Так, сейчас, да, я уже начинаю заботиться об этом. И улучшайте добычу ресурсов. Да, у меня улучшена добыча ресурсов. Я возьму это и раз, два, три. О, древесины теперь не хватает. А ведь она у меня очень активно добывается. Так. Так. У меня уже 38 исключительно крестьян. Ребята, как тут древесиной делиться? Не надо делиться. Не, у нас все добывается. У меня уже вот, нормально. Ого, спасибо. Так, это у меня будет на небольшую армию. Штагма? Не, с едой проблемы. С едой? Так и быть, подарю тебе чуть-чуть еды. А как его отправить? Ты красный? Да. Красной еды. Только, ого, нет, много. Очистить. Вот так вот могу отправить, его я тоже коплю. Так. Едодары. Ничего, у меня много огородов. Я даже сейчас еще немного на огороды. Вуломе. Огородов никаких нет. Ты в гидры идешь? В своих любимых? Я? Да, конечно. Огороды наши все. Я буду застраивать свой второй центр торговый. Не торговый, а этот самый. Ну, сами знаете, как. Вуломе. А я, блин, я забыл построить для себя центр. Мальчик. Проштагма. Так, еда накапливается. Не. Чем хороша эта игра? Она лучше второй части Элиф Империс тем, что у нее больше возможностей. И при этом она очень близко к третьей Вуломе. Части Элиф Империс. Но при этом проще Этимус. Как-то и даже интереснее играть. Хотя тоже советую в третьей части Age of Empires играть, но... Так, а вообще крестьян мне нужно. Не. Я вот не люблю то, что в Age of Empires... Алло, вы где-то все пропали. А, да, я... Мы все. Алло. Я рассказываю про Age of Empires. Никого не слышно. Тут мы все. Тебя не слышно? Оля. Появились. Вот это ж такая игра. Так. Значит, глюки. Я даже еще один центр решила построить. Шикануть! Виктор, ты играл в Age of Empires? Эй, алло, опять. В Age of Empires во вторую часть играл. Может, это на самом деле были мои воображаемые друзья. Они говорили в моей голове. Трошики. Да не рассказывай, мы тут. Перехожу в следующую эпоху. И это гидры, конечно, это гидры мои любимые. Хотя, конечно, портал был бы тоже хорошо, учитывая, что нам нужно будет перебираться через реку.
Так, но все-таки гидры мне очень нравятся. Стоп, я казарму построил. Менять ни на что другое. Одну ненужную казарму я приношу сюда. Тем более гидры нам вроде там еще какое-то умение хорошее давали. Вот да, это. Золотые доспехи. Сейчас допереносишься на ту сторону, надо будет переносить, а он переносит. Я алло, ты нас слышишь? Ну ладно, я ж не могу остановить игру. Не видел. Оля, алло. Проштагма. А я же тебя... Алло. О, класс, у Виктора прям продолжается. Виктор, Вася, я же... ты же слышишь, да, меня? Ручной процесс. Да, но я не перенесу на другую сторону, я же там не открыл карту. Ну, пока что не открыл, то есть оставь эти заклинания. Вася, огородов. Ты потом как будешь надо больше управлять огородов. Этим всем делом? Пища наша, все. Они так. Бесконечные, кстати, к счастью. У меня вон тоже труд. Знание. Можно вот кидать их сколько хочешь, куда хочешь, переносы. Ну, то же самое с этим. Так. А, я понял. Смотрим, я перешла в эту... Особенность у тебя, да? ...недушным крестьянин на золото. Лес и золото, ладно, давайте. Сейчас дострою центр и начну строить еще дома. А вообще, одного свободного крестьянина возьму сейчас на рынок. На строительство рынка. О, как там зебр можно много. В общем, рынок как можно дальше. Туточки. Ай, так. Покачиваем на добычу золота. Мне как-то неинтересно, когда я играю одна, учитывая, что звуки... Совсем пропали, я даже не слышу. Как это звуки пропали? Мы-то тебя слышим. Где мое Малис-то? Всякие, не знаю. У нее звуки пропали. Ну, чем я могу помочь? Что-то у нее со звуками. Хитрочка появилась. Алло, Оля. Крестьяне. Ай, да. Так, иди сюда и строй здесь рынок. Звуки у нее пропали. Не верю я ей. Ну, там у нее, может быть, свои друзья. Зачем ему отвлекать человека? Ну да. Так, свои друзья. Блять. Воображаемые. Больше не смогу. А, лимит достигнут. Так, интересно. Так, ну ой, нужно нет. Улучшать. Тут мне нужно золото. Золото у меня сейчас добывается. Нужно золото и древесина для улучшений. Скоро всякое буду улучшать, но начнем с этого. Так. Не. Попробую построить стены. Хорошо. О, быть. Пришли. Уже? Того героя. Да. Так, всех сюда. Герои. Поставил под носом у вас. Похоже, мой рынок готов. И я возвращаюсь на золото. Так, ну в рынке раз, два, три. Хотя бы, скажем, и в город. Если есть какие-то войска, присылайте их сюда. Самое дальнее место. Что там Виктор зывает? Я вижу, ему нужна помощь, сейчас я ему помогу. Да, я знаю, у вас там готово все для помощи. Ну, я тут приношу войска. Все, помощь уже не нужна? Виктор, у меня же перенос казармы был у тебя на базе. А, так и... Нет, куда ж я иду? Не нужна помощь. 20 секунд. А, да, конечно, не нужна. То просто конь малиновый летел. А, вот оно, желтые. Что-то как-то я их не заметила. Не нужна помощь, он дает. 6, 5, а ну. Так, ладно. Нужно ускорить добычу пищи, ускорить добычу ресурсов. Где враги? А пищи у меня уже очень хорошо. Убила. Наверное, и не буду строить огороды. Моего. А, вот гений. Да, задание. Там враги серьезные. Ну я принес там пару лохов, но... Ну, я надеюсь, справятся. Так, и... дружище, иди так. Молись. Мне нужны крестьяне для того, чтобы молиться. Враги? Так, и хорошо бы мне несколько вот таких вещей построить, которые бы защищали меня. Нифига себе, у них конница. От врага. А именно. Вторгаются. Вторгайтесь. Мы вас всех сейчас тут заделаем. Так. Так, быстренько переношу вторую казарму ближе к тебе и... Вашенки, нет. Древесина ж на вашенки нужна. Мы их всех разбили. Да. Жалко, ну да.
У меня войск никаких нету. Так, ну и когда добуду достаточно золота, пойду тогда молиться. О боже мой, враг теперь ко мне пришел. А где ж мои остались воины-то? С ума сойти. Вот еще мои воины. Чтоб казармы мои прилетели. Бегом, вперед, разведчик. Ты же тоже можешь сразиться. Изволи. Не нужно думать, что ты какой-то особенный. Так, вот мои зелененькие идут. Нужно убить их всех. Нападай, нападай на них. Враг хитер и нагл. Ай-яй-яй, их что, лечат? Или что-то в этом роде. Так, я хочу, чтобы мои кидры выросло несколько голов для профилактики. Так, я удачно тут казармы свои расстановил. Кстати, я могу купить себе несколько гидр. Я надеюсь. А что я буду? Что ты сядешь, будешь делать? Мой мимилок молодец просто. Сражается как тайм. Может, вы еще воинов? Так. Я вижу, раз ты у нас такой востребованный, Виктор, я, короче, все свои здания к тебе переношу. Не-не-не-не-не, ты вы застраиваете этих самых. Не переноси здания, ты же видишь, что ты путаешься. Ты ж ходишь, вот смотришь, нет, мою гидру... где, что и как, а ничего и никак нет. И, кстати, это ж... То, что я принес герои, тебе, они очень так, хорошо сражаются против мифических существ. Знаешь, Виктор, ой, это... ёлки, это что, бирюзовый пришел разведчик? Да вы все издеваетесь, Эшту. Наверное. Эшту. Вы двое. Эшту. Убейте. Так, ребята, создаемся. То, что я принес, хорошо, это не мое. Удачно было. Вот это мои, их нужно поставить вместе. Так, и так. Ой-ой-ой-ой. О, у меня уже столько денег. Изобилие я хочу. Желтый пришел. Так, мне нужно больше людей, которые будут молиться. Перемирие ни у кого нет возможности вызвать. У меня есть божественные силы, я вот такое что-то. Эшту. Так, они сейчас меня лишат возможности клепать что-то. Хорошо, что мы будем делать? Нет, это, конечно, не очень хорошая идея. Ну так, хоть немного. Будут идти со стороны там, где у меня башенки. А башенки нужны. Я немножко сделал, чтобы они друг друга убивали. Так, башенки улучшаем. Дал некоторое время Виктору, как бы. Строите мою стену. Да не дайте поможет. И еще мне нужно воинов начать заказывать. Такие, которые едят. Давай, давай мне золото, пожалуйста. Без еды все воины, да? Так, купить нет. Лучников против лучников. Лучников против пехоты. Ну давайте лучников против лучников. Переход. Следующую эпоху. Забьем гада. Нет. Так. Кому дерево дать? Давайте быстренько на древесинку. Ольге можешь чуть-чуть давай отправить. Ты главную армию создавай. И из центра застраивайте. Просите. И можно продолжить потом улучшение. Я закажу еще одного для боя. Какой-то караван тут бегает. И мне нужно застроить еще один центр. Скоро я это сделаю. Так, вот, готово. Немножко с этой армией отойду своих. А, хотя нет, молиться пойду. Чуть свои силы, это, конечно, плохо. Охните все. Сюда. Враг идет, и он силен. Я хотела улучшать. Вот, а. Мне все нужно. А, еда нужна. Так, и мое изобилие. А, еда. Ладно, переживу. А. Изобилие. Все заняты работой. Хорошо. Тун-тун-тун. Так, дымятся мои дома, ну и ничего страшного. А кому кстати, дерево дать? Дома я уже не могу надо построить, дерево. Но я могу просто построить еще просто один центр. Малиста. Леге. Давай, дружище, смотрю, ты гуляешь, иди поможешь. Помоги строить. Так, что у нас там с башенками? И еще мне нужно построить одну очень хорошую вещь. Хэтимус.
О, все поперлись. Просихи. А я не успеваю крепости построить. Просихи. Не. У меня войско есть некоторые, но она маленькая. Они так, шли, шли, шли твое войско. Мне пригодится сейчас любое войско. Взять. Потеры, как метатель. Так, хорошо, мне накапливается. Леги. Надо было за них поиграть. О, нет! Скорее в центр. Волчата. Так. Я даже своих не улучшил. Золота уже нет. Мне никто и не убивает. Скорее прячьтесь, мои крестьяне. Так, не все крестьяне решили прятаться. Некоторые то ли далеко, то ли что. Ну вот они подумали, что им и так хорошо. Что ты сюда пришел? Это нам такой враг. Так, подстроил. Ладно. Так, все, выходите все. Нет? А нет, так и все. Или еще один запор. Не, вроде все. Я вроде помогу бить. Все выходим. Все выходим. Чего мне не хватает? Еды мне не хватает. Идите на еду. Блин, да что ж такое? А, просто гуляющий. Так, ну и вам, наверное, уже пора строить. Вот. Вперед за золотом. Так. Плохие дела. У меня ужасные дела. Вообще-то давайте центром закончим. Тебе враг пришел? Или что? Ну да. Я центром, а ты один у меня поремонтируешь базар горящий. Ну сейчас. Так, а вы у меня идете с следующей древесинкой. Но перед этим вам нужен склад. Строить. Вы просто посмотрите. А, блин, крестьяне-то до сих пор производят. Ёлки ж зелёные. Этимус. Идите, давайте, делайте мне... Вуломе. Так, идите молиться. У меня уже и молятся много кто, и... Кого-то хорошо, кого-то всё плохо. Так, это будет мой Ctrl 1. Леги. Просите. Так. Построили. Всё отлично, тут я вижу жёлтый где-то подбирается. Желтого нужно уничтожить. А, это у синего. Синий решит свои проблемы. Так, крестьянин, помолимся, друг мой. Синий, конечно, может и решит свои проблемы. Так. Давай, строим. Еще кто-то стоит. Так, дружище, иди молиться. А я поставлю гидр на... постоянную выработку. Также нам нужно закончить вот это. И нужно построить еще одну крепость. Враг должен быть повержен. И производим мурмелонов. Атаку. Так, я надеюсь, я справлюсь. О, да, вот это нужно было. Ну ладно, уже поздно. Вася, как жизнь? Так, что мне нужно? Посмотрим, никто ко мне не идет. Тут, по-моему, надо было не здание переносить, а именно переносить. Так. Да все нормально. Нужно здесь построить. Развивайтесь. Я сейчас армию попытаюсь создать. И секреты титанов исследовать. А что вы тут, с чем вы тут торгуете со мной, я не понял. Это зарабатывают эти самые мои. Так, да. Крепости буду нанимать воинов. Крестьяне. Буду нанимать все-таки в крепости. Это эти самые услики мои бегают. И это им дает золото. Это когда рынок построишь, переходишь в следующую эпоху, строишь рынок. Появились гуляющие. И вот они бегают. На молитву. Пока враг дает нам передышку, это хорошо, эту передышку надо использовать. Строим, улучшаем, особенно строим укрепления. Эту передышку я бы использовал на какой-нибудь участок, где много будет врага. Вот что я хочу. Виктор, я могу заставить всех врагов убить друг друга. Еще один раз, как минимум. Молитесь, мне нужна большая скидка. Всяко. Я могу хаос устроить. Товарищей тоже. Вот так, это значит, что мне нужно очень-очень много золота.
Отнесли древесину. Где много золота? Вот тут много золота. Пошли рубить золотце. Где мои? О, секреты титанов. Так, гидр убрать. Хотя нужен ли мне здесь титан? Мы же пойдем нападать. Плохо, когда нужен нет. Нужен титан. Тебе нужен титан. Я могу ей написать, конечно, в чате. О! Титана. Быстрый чат. Где что писать? Я им еще ни разу не пользовалась, не знаю, что с ним делать. А, вот, я вижу, вижу. А разве искусственный интеллект тебе отвечает? Вы меня слышите? Конечно. Куда вы поперлись, гадский искусственный интеллект? Мы вас тут поубиваем, а вы куда претесь вообще? Всей вашей толпой. Что дальше делать будет? Я надеюсь, они сейчас пойдут бить друг друга. Потому что я часть из врага сделал нейтральную. Там применяет... Они водили всех. Хаос начинает исследовать секрет титанов. Что ты там сделал, часть врага? А, с заклинанием своим. Понял. Ну, как бы они враги всем теперь. Мы перебили друг друга. Так, никто мне ничего не отвечает. Может быть, никто не умеет пользоваться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько их тут. Тем самым... Самым тем... Чатом, как я раньше. Умеем пользоваться, поверь. Ай, так, или может быть играю теперь только я. Исмахи. Ну да, мы играем друг другу, что ты не уже понять, играю только я или не только я. О, нет, тут, похоже, интересный замес. Но это все бирюзовые, боже мой, скорей, скорей, скорей. Нужно помочь синему, если синий еще в игре. Синий в игре, синий пытается выжить. Давайте, родные бирюзовочки, создавайтесь. Только вы меня сейчас спасете. Желтый и бирюзовый. Блин, я создаю войско, но не там, где надо. Ой. Ааа, что ж. Скидки ради, пожалуйста, непонятно. Пожалуйста. Понятно, а ну, может, помогай. Есть какая-то история? Не туда войско создают, блин. Отлично. Он доведет, наконец-то, подмогу. Ладно, все равно мне убирать, так что я продолжу. Подлому полный милых динозавриков. Ой, сильные воины. Я даже кого-то из них... О, у меня там гидры будут быстро умирать. Молодец, Ольга, ой, просто шикарно. Честно, по-моему, это конец игры, а я вот как раз только разбилась хорошо, мне весело стало. Это не конец игры, это только начало. Они сейчас еще титанов создадут. Да, титаны бьют больно, наверное. Отбились, молодцы. Далее. Мне на еду надо. Парни. Я бы это. Дерево кому-то продал. Побед на еду. Да нет, ты... синий играет. Ты на рынок можешь этот самый дерево так, выставить. На рынке продать. Ты построил рынок, кстати. Так. Да что ж, куда у меня там уходит моя энергия? А, у меня все еще гидры на постоянной выработке стоят. Я их забыла снять. Ой, желтый ко мне идет. Скорее к нему. Блин, это не желтый, это мои. Это мои. Так. Какой желтый, куда идет? Героя мне нужно. Это все сюда. Давайте, ребята, с этого строения все туда. Так, тут у меня улучшено. На постоянную. Туда. Так, и еще несколько. Сюда. Скоро буду строить корабли и, наверное, плыть к врагу. Так, всего хорошо у меня добывается. Ты, Вася, развивай все, что можешь развивать. Мне сейчас некогда следить за тем, что происходит у тебя. Секрет титанов. Прошехе. Хватит молиться. Идите достраивайте. Ну, ладно, все остальное это тоже лучше. Раз уж можно. Да, улучшаю. Вот как Ольге сообщить? Так, есть. Гуляющих товарищей нет, пока все так, тихо. Пора испортить жизни рабочим нашего врага. Геробалиста. Прошехе.
Леге. Пойдет туда. Этимус. Так, а мы строим кучу башен. Или колоссов. Требуется 5, требуется 5. В чем преимущество их? Защита, ла-ла-ла. Простагма, простагма. Способен поглощать деревья, шахты, исцеляя себя. Деревья? Да, это то, о чем я тебе говорил когда-то. А как обменять? Ну ладно. Как-то это тебе не... нужно построить рынок. Ты рынок построил? Ура, появились секреты титанов. Так, и... Вась. Да, мне интересно, могу ли поменять именно дерево на еду? Так, а максимум населения у меня достигнут. Вроде должен иметь такую возможность. Хотя я вижу, красный почему-то не застраивает. А, так, сейчас. Леге, вулуме. У него же есть особая казарма. А, да, это же особая казарма, это нет. Красный, все тебя слышно, Оля, иди играй. Продолжается игра. Сиди сюда, я тебе тут все пишу. Я ж ничего не вижу, бо я ж занята. Ну ладно, если есть вопрос, то задаешь и следишь туда, я тебе пишу. Давай быстрее, помогай. Высадка. Да, тут высадка идет. У меня огромная армия, но она слабее. Ну сейчас мы порешаем это без проблем. Хорошо, так. Тогда такой у меня следующий вопрос. О, желтый. Помочь желтым, да? Да, 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 да. Да. Иду помогать тебе. Это, я надеюсь, вы еще будете со мной играть. Будем, будем. Я не вижу, чтобы он мне отвечал. Так, просто вопрос так... такой. Строю своего титана на нашей территории или будем перевозить его? На нашей. Я бы перевез, да я не знаю как. На нашей, хорошо, на нашей. На нашей, так на нашей. Так, сейчас всех своих молящихся вот отправляй. Ай-яй-яй, моих крестьян будет. Давайте скорее строим, строим. Гуляющие крестьяне, что за дела? Давайте вам новую шахту дам, и вы пойдете еще где-то это золото подобываете. Вот я вижу хорошее. Большой такой рудник. Так, Малиновый строит врата титанов. И я начал. Интересно, я перегоню врата титанов или нет? Как они меня бесят, эти враги. А это меня слышно, да? Да, да, слышно, Василий. Я вижу, что разберелись мои войска. Ничего страшного. Она следит за тем, что происходит, а я отведу пока сюда своих ребят. Да, здесь вот буду строить добычу ресурсов. Пока что. А что у нас тут желтый делает? И бирюзовый. Ну-ка, может, пойду на них. Вот туда их веду. Так, дальше у меня строится. Хиробалиста моя. Я ждал приказа. А что? Все у меня происходит. Прочное здание добавляет защиту от сокрушающей атаки. А чего возьму? Да, у меня полным-полно всего, я могу себе это позволить. Так. В кузнице ты можешь улучшать своих воинов, и они становятся сильнее, Вась. Понял? Мне уже точно не надо. Чего? Так, ладно. На рынке у меня тоже все улучшено. Так, вижу, что зеленые мои тут воевали и навоевали, наверное. А ты муж? Что? Опять тебе проблема. О, да. Бирюзовый. Да, Витьке не везет, его постоянно атакуют. Да, наоборот, везет, что меня атакуют, а никого другого. Вася, застраивай свой последний центр. Но свое исцеление я храню до тех пор, пока мы не поплывем на вражеские острова. Там оно нам больше пригодится, чем здесь. Здесь мы можем. Если, Витька, тебе нужны какие-то ресурсы, ты говори, я тебе отправлю. Нет, не нужны, я справляюсь. Не так, чтобы я супер богач, но немного поделиться могу. Бо я смотрю, тебя тут растрощили по полной. Ну или ремонтируй. Впечатление такого запустения. Вася, ну-ка, помоги мне вот тут вот. Какой-то. А то там высадка. Так, у меня уже почти готовый титан. Я практически малинового перегнала. Жаль, что у меня...
А ну-ка, давай. У меня есть молния. Ну ладно, сюда. Пускай строит свой титан. Вить, если ты мне пишешь какое-то сообщение, то я его не вижу. Вот ты говорил, я тебе буду писать. Ничего ты не пишешь. Ничего у меня не появляется, по крайней мере. Блин, я по графике самый худший всех. О, строй. Ты не графики смотри, ты там у себя развиваешь. Что строй, строй. А о чем речь была? Что я говорила, что буду строить? Титана. Так я строю титана. У тебя такое отставание большое или что? Я говорила о том, чтобы уничтожить вражеского титана. Чья? Когда пойдем нападать? Я уже готова. Я уже хочу воевать. Мне бы вообще защититься, а она нападать хочет. Убивать врага. У вас там много еще для добычи 4000 золота. Ура! Титан мой! Давай в сторонку. Так, остальные. Так, Вась, у тебя ресурсы есть? Делаются? А ну, признавайся. Более-менее. Ну вот, создавай много крестьян и добывай кучу ресурсов. А у меня есть уже издание. Поэтому... Дома ты построил? Быстро заработал. Да. Нашла троих крестьян, стоят сачкуют. Сачок попивает. Что означает? Тебе нужно застроить центр рядом с тобой. Нечего сачковать. Так, мне уже нужно нескольких отправить для того, чтобы строить порты. Милостью Гелиоса. О, я тоже сейчас начну чудо света. Шо, самый умный? Ведь я начинаю чудо света. Ой, у меня такое красивое. Да. Да, быстрее, чудо света. Мне, конечно, очень хотелось бы уничтожить врага. Но раз он уж начинает чудо света, мне все равно нужно плыть через реку, чтобы его убивать, то тогда лучше скорее это чудо света сделать. Кстати, насчет силы моей армии, тут в основном чудо света у него, я смотрю, а ну-ка уже не в процессе. У меня армия героев просто. И, а кстати, ты создавай другие красиво. Войска, не только героев. Кронос и атланты, что ли? Атланты. Враги наши. Грек какой-то слабо развитый, как мне кажется. Или я не все постройки его вижу. Наверное, не все постройки вижу. Так. Ну, чудо света у меня строится неплохо. Я даже могу согнать всех остальных на это чудо. Так, а кто там у меня еще строится? Нигде никаких больше чего крестьян не строите. Они мне не нужны, мы сейчас пойдем строить. Мне нужно, партии. Чтобы мы победили. Наша команда должна победить. О, у них тоже. А почему у нас? 2007, ну почти 3000. Что ты говоришь? А у меня 3000 тоже. Так, просто что за война? Не слышит. С бирюзовым война. Не знаю. Не. Не слышит. Так, а что мы просто делаем? Мы готовимся. Идет процесс. Так, ну, в принципе, осадное орудие тоже, наверное, отправлю туда. А то они, бедные, никак и не повоюют. Так, ну, в таком случае мне надо ускориться, так что призываю еще часть крестьян на свое чудо. Итак, у меня 6 тысяч, у врага 4 тысячи. Да, я уже его перегнала, я буду первая. Ух! Только нас спасет. Чудо. Оля на своей волне. Так, это мы. Да не уже не существуем. Это мой поезд. Она нас спасет чудом. Она же нас не слышит просто. Вот такие у меня войска. Так, это синий. Давайте, парни, давайте. А что там красный? Много домиков, ресурсы добываются. А вот огородов только два. Нужно больше огородов. Я люблю красивые, ровненькие плантации. Где? Это вообще, мне в Эйджи даже больше нравится не воевать, а вот это застраивать все. Мне таким нравится. Так, желтого пойду, подсекую. Малисто. Так. Ему жизнь медом не казалась. Ура! Чудо света у меня готово! До конца игры 10 минут, как я понимаю. Хорошего, вон враг будет сейчас. Все. Одних на еду. Готовьте встречать новую партию врага. Малисто. Третьих заведу в храм. Транспорт увеличивает вместимость. Было. Да, конечно. Башкар лучше справляется с мечом. Нет. И давай их сюда на выработку. Молодцы. И напомолимся. И еще, товарищи, на вырубку лесов. Это вот прям здесь. Хватит.
Все пошли рвить леса. Так, кто у нас свободный остался? Хетимос. Те тоже идут рубить лес. Пани. Только Титан не идет. Простегма. Эсто. Что ж такое? О, нет, я не Титана хочу выделить. Кыш отсюда. Титан пока не нужен. Ребята, у нас проблема. Сина, хорошо. У игрока 4 чудо света раньше, чем у Ольги. У Ольги раньше чудо света. Ну почему пишет 9.16 и... А у Оли 8.44 до победы. Вроде все заняты. Все пределы. Битвы продолжаются. Так, все, замок могу переносить. Просто короче, замок переношу ближе к моему гарнизону, который стоит тут. Мой союзник уже. Просто Агма. Уходим, а уходим строит мы вообще корабли куда-то. Вить! Сюда. Синий союзник, скажи, пожалуйста, мы все-таки будем плыть штурмовать врага, или мы ждем чудо света? Ждем чудо. Ну, хорошо. Красный союзник. Нет, тебя не слышно, я читаю то, что ты пишешь. Будем. Ну, кто-то хочет ждать чудо света, а кто-то хочет воевать. Так, Леги, что ж поделаешь? Так, о, я сейчас буду... Я буду массово дворцы будем клепать говорить, и к вам перенесу. Все-таки. Да. Берем кучку и идем. Мне дерева не хватает. Леги. Так. Один. Второй. Ах, мои дорогие рабочие люди. А идите мальчик сюда помогать. Нападение по центру. Лодки производить. Эшту. Так, и мне тогда нужны будут осадные орудия Титана, я отправляю сюда, он будет защищать. Ой, желтая напасть снова пришла, сейчас мы с ней быстренько справимся. Не из-за тебя, Прометея. И с ней уже почти справились. А что так долго дворец переносится? Ты его главное построй, переносить его не надо. Да, кажется, уже весь. Вот. Тогда обратно. Вот. Так, ребята, уходим, а то враг нас сейчас заколупет тут. Я фанатиков делаю, на подмогу из замка. Так. Давай, создавай. Ты, главное, побольше крестьян сделай, пусть они экономику очень развивают. Хорошо все у меня добывается, но у меня, к сожалению, лимит населения, а больше я строить домов не могу. Печально. Хочу больше войск. Уходим. Мои гидры просто забирают много. Они не все, правда, здоровы сейчас. Так, ну начинаем. Транспортные корабли. Куда? Не трогать, парни. Несколько кораблей транспортных. Защищаем. Так, тут что я возьму? Рыбацкие лодки две. А, не получится две рыбацкие лодки. Для них что же нужно? Мои любимые атланты набирают... Транспортные не получится. Для этого нужно кого-то убить, если я хочу транспортное. Так, сладко. Божественную милость набирают. А мне некого убивать. Как ты божественную милость набирают? Ты за кого, кстати, играешь? За атлантов. Точно. Хорошо. Божественная милость у тебя от количества зданий зависит, от количества центров. Так, и еще будут два транспортных. О, какой замес. С кем боремся? Так, Титан, отойди. Хорошо, всех трогать. Гидры еле живые. Мой корабль, однако. Орсос. Вуломе. О, сколько огромных гидр влезло на один маленький корабль. Да, весело. 5.44, мало времени, конечно. С ума сойти, даже осадные машины, все влезло на корабль. Вы это видели? Какая же там вместимость? Ну все, вроде бы это уже и есть максимум. Самые нападают. Так. На кого будем нападать? По пути к победе применяет силу переход. Тю, у него переход. Понятно. А где твой вход в этот переход? Лучше покажи вот тут вход в переход. Понятно. Сейчас. Ребята, ломаем переход. Или уходим через переход. Вот переход все и нападаем на врага. У меня что-то с кораблем случилось. Он не плывет. Его, наверное, он скорчали, не плывет, никого не могу оттуда. А, это не мой корабль.
Я, честно говоря, пока играла в компанию, так... Подождите. Но мой транспортный корабль... Как же мне пустой. А где мои? Ты, может, два создал. Где мой корабль? Ребята, я нападаю. Я потеряла свои. Нападай на врага. У меня был корабль, нагруженный войском. Куда все делись, я вообще без понятия. И вроде я их никуда не высаживала. А это вражеские. А это желтые, это бирюзовые, желтые. Нападай, нападай, разрушь башню. Как это? Я помогу тебе сейчас. У меня нет. Я чего-то, наверное, не учла. Кого у тебя нет? Вить, напиши мне, если ты знаешь, куда делся мой корабль. Я лучше смотрю сейчас туда, куда был подорок. С войсками. Я не могу понять, куда он делся. У меня был корабль доверху наполнен юнитами. Прям доверху. Влезли все. А куда они сейчас делись? Ольга меня напугала. Наверное, он у меня где-то под носом, а я просто его не вижу. Меня могли убить. Ты посмотри на свою жизнь. Ну все. Прям обидно. Просто хма. Да что ж такое, ну? Так, кто-то не работает. Ну, зеленые точки. Зеленые точки нет. Нападай, Вася, нападай быстрее. Надо желтого разбить. Открывай древний секрет этих данных, желтый. Вот и повоевали. Ну, ладно. Вот я вижу, у меня новые уже войска добылись. Иду помогать синим пока. А мне нечего ломать. Жесть. Куда все делись? Походу они умерли. Башни и твои обычные не войска ломают, не страшно. Не знаю, может мой корабль быстро растращили, так что я не просто заметила. Просто хма. Насчет замков. Но это неприятно. Давай башню так. Разбивай, постройки хватит строящиеся просто. Разбивай. Часть то, что туда. Можешь разбивать, разбивай. Замок переноси и заказывай создание войск. Просто хма. Орфос, алос. У нас не так много времени для полного счастья успеть. Все, у меня уже туточки, я смотрю. Пошли, пошли. Просто я не построю, у меня нет милости. Атаковать желтого. Да даже можно сразу на его центр напасть. Сейчас мы а лучше, не Малиста. Да, давайте, вот, идите вот. Чудо света перед словом. Леге, вуломе. Разбили, молодцы. До света у Бирюзового, но к Бирюзовому мы еще не скоро дойдем. Витя, идем постараться к Бирюзовому, или же убиваем, то и ждем чудо света моего. Идем к Бирюзовому. Потому что такая игра, надо чудо убить. Да, я так и знала. Просто надо было запретить. Забить центр города до того, как подходит подкрепление синего. Вить! Уничтожаем чудо желтого или... Леге маллиста. Блин, у меня баллиста долго строится. А, вот одна уже есть. Огненный сифон. Давай, пошли. Просто хма. Рогатая жаба начинает строительство. Да, рогатая жаба. Я тебя спрашиваю, если ты меня слышишь. Врата титана. Чудо, чудо бьем. Чудо. Хорошо, идем на чудо. Все на чудо. Тогда я свое уничтожаю, правильно? Потому что осталось совсем Леге. Немного. А, блин, я же не пошел на чудо. Как-то вообще нет. Я свое уничтожила, в надежде, что синее мы таки победим. А как же мы его победим? Чем? Так, вот это у меня чуть-чуть. А землетрясения у тебя нету, Вась? Это нет было? Все, у меня уже сзади копают. Не, мы чудо не уничтожим. Проиграли, короче. Спасибо, Умай. 52 минуты, может, и уничтожим. Давай. Если постараться, если все вломить именно в уничтожение чуда, то, может, и добьем. Добьем. Есть! Мы добили чудо! Так, это жаба из-за того, что я его не слышу тут. Микрофон, наушники. Да, я слышу, как он ликует соседей. Молодец, Ольга, просто чудо. Кстати, так как у меня много... Вася, надо было верить в нас. Давай, перемещай, создаем. Сейчас мой титан будет готов. Появляются товарищи. Он вроде бы не перемещается. Ты своего титана, я крестьян переместил, и они там строят у врага титана, понимаешь? Тоже туда, и это вот тоже туда. В общем-то, все...
все должно сразу производить что-то. И надо парочку ребят выделить для полного счастья. И отправлять сразу сюда. Влады. Вовнутрь. Этих врат. Титана. Я вроде бы нажал на титана и тут же он висит. Так. Я же делаю... Прямо туда. Как ты туда попала, существо? Так, все, ставлю на постоянную выработку. Нет, и создаем. Давайте. Клепаем. Вот. Так, и это я временно не участвую в бою, потому что слежу за тем, как мои перемещаются. Все, переместились частично, пошла помогать. А, Виктор, ты видишь, где ворота титана? Я вот не понимаю. Так, твои ворота титана? Убивают, да. Я иду, значит, помогать стращить войско бирюзового. Твоих ворот титанов я не вижу. Помогать с бирюзовым их, наверное, войском. Так, что вы сюда вообще попадаете, гады? Слишком гады. Много дерева у меня, так что... Рабочих нет лишних. Все, я делаю титана на их территории. Что-то вы плохо умираете. Делай. Главное выжить. Ой-ой-ой, враг сюда силы привел. Но они умерли. Так, а у меня появляется увеличенный большой прирост моих существ. Ну, мне сжигают. Давай. Воюем, воюем. Здесь, конечно, осадные орудия, может, и не лучший способ бороться с титанами. Ну, по крайней мере, это дистанционный урон. Сейчас моего титана уничтожит, это будет обидно. О, да, так, тут осадные руки отключаю. Что-то я... Я думаю, выиграем. Мне нужен герой и вот эти вот товарищи опять на постоянную. Ой-ой-ой-ой, подходит титан туда. Сюда, плохо. Гидра, что ты тут взял, иди на место. У меня войск даже уже нет, кроме сатира. Так, похоже, мне нужен еще один храм. Захни, гад. Титана моего разрушает. Сдохни. Как-то близко их не удался. Так, плохо. О, нет! Ай-яй-яй-яй, Вася, мне тебя жаль. Ну только не это! Как же так? О, Вить, я сожалею о твоем титане. Это не мой титан. Очень сожалею. Так. Что насчет колоссов тоже нужно будет поставить? А вообще мне всех нужно поставить молиться. Мне все воины будут героями. Все, ребята, вы нарвались на мой гнев. Опять игра зависла. Проштагма вулуме. Это у нас постоянный прием. Не проблема. Сейчас я своего постараюсь титана быстро настроить. В удобном месте я постараюсь. Крепость, так что постоянно все застреют. Всех сюда. Как не надобывается. И создаем кучу войск туда. Так, там уже нет больше моих замков, да? О, гидрочки, давайте. Вы ж мифические существа. Зря я замок наберу, что перенесу сейчас. А, не без милости. Так ты сдохнешь, мой замок рушит. Очень какая-то медленная выработка, ну прямо очень медленная. Так, крестьяне, а давайте-ка так. Нет. Где мои воины? Что ты тут стоишь? Простагма, калос. Леге. Нужно строить. Где мои все воины? Заведения. Этимуш. Подкрепление идет, ребята. Мое, конечно, оно слабое, но тут у меня большинство войск герои. А у них бонус против мифических существ, то есть титаны тоже замочат. Куда вы пошли?
дебилоид. Да добивай тебя, титан, не сопротивляйся. Я уже добиваю. Становятся лучшими победителями. Еще два чуда надо будет разбить. А, давайте, давайте, давайте. Так, молящиеся. А, блин, мне штана своего, мне сломали его, да? Так я уже его сделаю. Да, тебе твою штану сломали. Уже не восстановлю никак, да? Я смотрю, у меня тут столпились какие-то войска. Нужно всех своих зеленых собрать в одну кучу, а то они разбежались. Так, ну что, идем. Нужно уничтожить, например, желтый дворец. Что, у меня тут уже армия создана. Это не битва, это какое-то жесткое побоище. И, кстати, можно сюда крестьян пустить, чтобы застроить одну из... Давайте, давайте, друзья, давайте создаем своих. Ребята, напоминают мне динозавриков из детей шпионов. Хватит, хватит их создавать, а то я вами не могу контролировать вас. Так, берем несколько крестьян. У меня будет фанат герой. Давайте, ребята. Сами пойдем, как им туда прийти. Хорошо, привел своих крестьян. Сейчас мы быстро титанов построим. Гуляющий крестьян. Я титанов уже больше никогда не построю, да? Нет никаких секретов. Итак, я их привела. Построишь титанов, построишь. Да где же они? Что? Я же вас привел. Куда? А, нет, титанов, да, ты не построишь. Дверь. Проштагма. Я смотрю, тут столько крестьян синего выстроилось в ряд. Малишка. Ого, так, помогать. Да, потому что я настроен очень серьезно. Помогать. Помогать. Все помогаем. Ты живой? Помогать. Так, вот мои крестьяне. Опять крестьян нет, не поняла. Куда делись мои крестьяне? Проштагма. Ёлки зеленые. А вот они, прям вереницы все топают. Так, так, а так, не так. Зарубить ли к черту весь здешний лес? Убиваем! Проблемы с центром желтого. Не, не проблемы, добивают центр желтого. Молодцы, бьются тут мои. Титан синего. Так. Синий, ты все-таки был построил своего титана? Да. Молодец. Я тогда думала, что ты мне свои башни приносишь. Я не понял, где башни приносишь? Наверное, что-то перепутал. Ты развивайся, создавай войска. Тебе больше ничего не надо. Моих хитер не так много голов, как бы мне хотелось. Для счастья. Развивайся в смысле крестьян создавай, ресурсы добывай. Хотя, в принципе, я тебя сейчас могу... Что произошло со строительством? Че поставали? Синий отхватил у меня центр. Витька, конечно, я тебя ненавижу. Вась, сейчас я тебе кину много ресурсов, а ты строй войска, хорошо? Воришка. В тех замках, которые ты перенес на другую территорию. Потому что у меня по 30 тысяч. Как же так могло получиться? Это ж надо было только отвернуться, и он уже раз. Мое. Конечно, мне же нужно содержать орды тех, кто у меня есть. А тут не могу, ничего не могу. Я хочу. А где? Ой, я хочу где построить тут центр. Да что ж такое? Что, где ты говоришь? Где портал? Нет такой функции. Нет, портала нет. Какой что-то портал? Что-то с этим центром не то. Мне войска некуда. О нет, войска подходят. Крестьяне, убегайте отсюда, убегайте. Если ты строишь у себя на территории, ты же переносишь замки. В замках только заказывай, на той стороне. Портал, если что, вот. Захина врагов. О, башни строй, да, да, все правильно делаешь. Мы не выстоим. Теперь только. Что это мы не выстоим? Мы уже чудеса вражеские уничтожили. Одного мы фактически сломили врага, сейчас будем второго.
уничтожать. Волька сейчас поможет, сейчас тут такое будет, что врагу и не снилось. А ведь мне нужно следить за другими своими войсками. Ну, эти сражаются, товарищи. Я начинаю создавать своих воинов, и они будут идти на помощь. Немножко. Куда я их отправлю? На Бирюзову. Тут ничего не создается. Пора уже уничтожать Бирюзову. И не надо создаваться. И на них ты бойцы не перенесешь. Это плохо. Изволи. Не страшно. Нет. У меня там титан действует. И врагу конец. Просто конец. Мои войска. Что происходит на моей территории тем временем? Все отлично. Ну, я переношу казармы. Переноси. Изволи. Надеюсь, он будет безопасно. Мы нанесем врагу поражение, сокрушительное причем. О, мои хиробалисты нормально так постреляли. А че это мой центр не защищается? А, все. Больше нет. Хорошо. Нужно заставить еще какой-то центр, нужно уничтожить Бирюзову. Собираем все войска и идем. Хорошо себя укрепление ведет. Хороший титан. Ужасный титан. Все центры города Виктору принадлежат, да? Ну, мне надо много войска для того, чтобы победить. Что ты на меня один желтый вот нападаешь? Я с этим без дел. Это войско. Просто Агма. Не дать мне милости богов. Так, а что еще мне надо, кроме войска? Все, мне все надо еще. Просто Агма. Малисто. Чуть построек с этим войском строить. Если тебе ведь нужно так древесина, я смотрю, у тебя проблемы какие-то с ней, то я могу тебе прислать. Не, говорит, ну хорошо. Кстати, мне соврать, нужно уже возвращать своих крестьян на еду, на пищу. Хватит уже молиться несколько. Вася, тебе ресурсы нужны? На огород. Помолились и хватит. Немного духовно, немного озерно. Поддержка тут уже чудеса затворяет. Так, Вашенька у нас следующая. Ты мне скажи, тебе ресурсы нужны какие-то? Нет, тут я это войско слепаю. А что это дает? Больше прочных зданий. Ой, надо забрать себе. Я вижу, тут кучка зеленых моих собралась. Ай да, на Бирюзову нападать. Враг сдохни. Они, конечно, нас бы одолели, если бы не река. Так что у нас определенные бонусы. Устраивайте центр. Опа. Они сами портал открыли нам. Чтобы без обид посмотреть. В смысле? Это я сделал портал. А, ты? Нужно там скорее портал. Там цвет портала показывался. Мой, так что мое. Надо было за этого чувака отыграть, который приносит войска. Это, конечно, офигенная тема. Ну, ты знаешь, твоя тема тоже сработала, так что не страшно. Как ты его титана вынес? А это твой? Да, это мой титан, так что не надо его выносить. Это враг не сможет ничего с ним сделать. Они свое чудо достроили, а они даже не начали его строить. У врага, правда, конечно, есть один титанчик. Замес такой. Мои зеленые уничтожают, добивают врага и застраивают новые территории. Жалко, если у титана. Соленька. Так, смотрю, группка у нас туточки осталась. Сейчас она у меня побежит. Бирюзовый снова свой маячок выставил, но ненадолго. Мой центр, который рядом стоит, его быстро снесет. А это, наверное, одна гидра осталась. Нет, овечка моя стоит. Ну что, зеленая на карте моя гидра. Хорошо. Так, ну что, пойдем дальше уничтожать. А, синий, поуправляй своим кентавром этим. Как он называется? Троллем. Кентавром? Нет. Титаном. Тролль. Так, ну и раз не тролль, не оскорбляй. Заканчиваешь уничтожение, то я пошла на Малинового вслед за твоими войсками. Простагма. У тебя же собачка, да? Изволи. Так, и остального зеленого тоже туда же ведем. Гад, мешал мне тут. Так, у этого уже стены. Так тут вроде это есть мусь. Место, где можно пройти, нет? Изволи. Через реку не пройти. Какое еще место? А, подстава. Ну просите? Ладно. Изволи. Ломаем ворота. Желтого а, она так, про это. Молодцы. Идите на помощь.
Иди на помощь. Сколько у меня? 260, а максимум 300. То еще можно будет вполне себе. Блин, тут только таких желтых денег. Делайте много еды. О, еще один центр можно застроить. А ну-ка. А фиг ты его застроишь. Я и такое люблю. Так, вижу, герой ничего не делает. Бездельничает. Так, разбили и пошли дальше воевать. Там не просто героическая фракция. У них все могут быть героями. Это считай дополнительный бонус. Да, согласен. Все герои. Ты у меня такой создается, что у меня этих крестьян хоть попой жуй, извините за выражение. Крестьян у меня просто много. Сносим так, его. Центр в первую один. Очередь. Орсос. Потом. Идем, разъедаем. Дальше, дальше. Ох, Колька научена играть. Такой помощничек нужен. Вась, тебя чуть-чуть нужно поднатаскать, обучить. И тогда ты тоже сможешь Орсос. Действовать хорошо. Тогда я стану сюда будем играть, своим крестьянам. Тебе станет легче. Научиться. Отстраивать новые территории. Прошите. Вуломе. Но мы затащили. Тут как главный упор, понимаешь, не сдаешься и побеждаешь. Бросается в бой. Ух ты! Беги, да у нас же тут титан! И вдруг он такой был. Нет, правильно, башенки нужно доуничтожать. Беги. Главное, я сюда не перейду. Значит, будет беда потом. И башенки у нас стреляют, их нужно уничтожить. А теперь можно. Давайте вот этого парня. Титан, кстати, можешь убить титана. Да, к нему еще добраться надо. Я попробую. А то меня сейчас тут быстро покромсают. Розовый титан. Видно, что он... Так, я смотрю, что у меня уже тут единицы зеленых опять. Неправильный какой-то. Какой-то из Европы. Я их направлю. Да, мне нужно. Мои идут. Не из Европы, а из Гейропы тогда. Это фантазия, хватит, как такое происходит. Крепление, все. Деле, Европа это хорошая вещь. Титан, ты думаешь убивать вражеского титана? Или тебе нравится, что у вас тут двое? Да. Вить, давай. Если войска гибнут, то время, когда ты можешь уничтожить бирюзового. Его титан-то целый. Смородинового. Механиона. Все цвета похожи. Виктор, кто так своего титана прохарасил? Чего-чего? Твоего титана прохарасили, как бы. Ну, герои, да. У меня не было армии, чтобы его поддержать. Да вообще невыгодно лупиться титану с титаном, учитывая, что если он начнет его убить, будет давай, попадать ему на войска. Давай, убивай. Лучше буду стенки разрушать. Разрушители героя. Леге. Держать. Он пока не дает его убить. Видишь, он не дает его убить. Просто тебя или меня. С этого гадика надо бить. Так, переделаем героев. Я не знаю, кого создавать. Нет, воевать только я. Да-да, только ты воюешь. Это не мои солдаты тут гибнут с ними. Да, и доблестные атланты. Да, домики разрушай. Нечего тебе титана бить. С титаном и так разберем. Город почти пал. Герои работают в этом смысле. Простагма. Так, где ты нас? Орсос. Наш разрушитель-герой. Героический разрушитель. Кто слава без здания? Пойдем, вроде, имеет план. 1900, 1500. Ого, сильно. 1200. 900. 600. Ну, давай, хорошо, со спины стоит. 200. И есть. Сдох. О, а наконец-то. Теперь давай домики уничтожать. Факель. Сдохни, не мешай. Есть. Так. Так, я без боя. Так. Я без боя. У тебя ресурсов нет? Чудо шелка. Запытала, начала ничего. Не начала не строить. Сейчас я кину тебе ресурс. Да есть у меня ресурс, просто я забыл их строить. Добьем. Вот не понимаю, почему разрушитель победитель хорош против зданий? Что у него за... Смотришь урон, рубящая атака у него и бонус у него против здания. Он ломает здание копьем. Где логика? А,
как бы тебе сказать, он не здание ломает, он просто умный чувак, он знает, где опоры здания, он приходит, эти опоры сбивает. И вообще это игра, ну ты можешь себе представить что-то кроме осадных орудий. А напиши мне вид что-нибудь, а то я слышу в соседней комнате какой-то, пошли туда. А что тут за победа? И вообще не в курсе, что происходит. Уже победа, ну да, уже победа, понятное дело. Так. Вот еще одно поселение готово, можно еще застроить. Просто Ахма, пани. Какие красивые, как красиво выглядит. Реликвия, кстати, а какая у реликвии у них была? Скорость перемещения крестьян, разместить реликвию в храме. О, классная реликвия на скорость перемещения крестьян. Кстати, у Оли очень красиво войска идут. Так, рядышком. Да, она любит порядок. Так, это я за... Сдохни, Крайвы. Враг, не будет тебе чуда. Один центр, застрою еще один, и похоже... Это будет похоже наша на тотальная все. Победа. Таки да. Таки да. Ну, есть вот еще кое-какие варианты интересных карт, на которых можем испытать наши умения. Уничтожить всю карту, несмотря на то, что связь моя с моими партнерами была потеряна. Но я уже это что-то у тебя с динамиками или с этим самым. Научилась, пока играю в компании, уже чему-то там поднатренировалась. Может, а вот чего ты там научилась, мы сейчас посмотрим по счету, чего вы там научились. Но, конечно, Ольга поддержала тут без этих самых, без вопросов. Она в самые ключевые моменты. Я просто помогал пару раз. Подкрепление. Ну, ты тоже поддержал, ты там присылал армии. Так, и очень хорошо. Самостоятельные мои зеленые пошли дальше трощить. Я уже им ничего не говорю. Чего? Они уже молодцы, сами знают, что им надо делать. Чего? Только Ольга снимает, да? Трощи, ломай все. Будет наша победа. Интересно так посмотреть на статистику, что ж там получится. Вижу, как я вожанулся. Простагма, изволи. Да, добывай. Простагма, изволи. Добывай, полудохлый. Интересно, это влияет как-то на трудоспособность? Крестьянин без ноги, но тем не менее работает. Итоги. Можно тут логику результаты. Не искать, Простагма. А Ольга... Вулумен. А, или ты, Вася, говорил, Колос. Как они могут разрушать здания. Вот так вот могут разрушать. Кто им стоит? По-спартански. Ай-яй-яй, еще этих парней надо уничтожить всех. Простагма, колос. Но мы их лишили рынка. Это самое так, главное а я наше пока преимущество смотрю, с самого последние. Начала. Ну, ты буквально... Это первое здание, которое мы уничтожили. Как достраивается мой центр? Просто как же быстро часики тут тикают. Малиста. И есть! Последний центр Леге. Был застроен. Малиста. Ну все, что еще нужно Просто для победы? Его. Когда там нам уже скажут Время годиться? Нужно. Когда Малиста. Доломаем Леге. Все стены... Виктора зданиями. Доламываем стены в таком случае. Значит, тоже должен так делать, да, Виктор? Чего? Скорее! Чего ты говоришь? Я должен есть еще зеленые, да? Которые у меня стоят и думают. Ты уже ничего не должен, мы уже победили. Ты должен сейчас пировать где-то. Наверное, в Вальгале. Наверное, девственницей и радоваться жизни. Потому что... Или, возможно, все дело в том, что у него еще остались... Больше не выиграть. Этим, кораблики что? Или порты. И что там у него осталось? Больше прочных зданий. Давайте посмотрим, сколько у нас 1740, 4740. Ну, рогатая жаба. Поздравляю тебя с носом финкса. Сфинкс. Да, я сейчас еще одну реликвию. Вы победите, если продолжите удерживать все поселения. А, вот, все, пошел отсчет времени наконец-то. Спасибо вам, друзья, вам лучше. Рогатая жаба успевает еще найти какие-то артефакты, удает. Конечно. Ой, интересно, у меня звуки игры на записи будут, или их не будет, потому что их нет у меня сейчас в ушах. Так, вот что значит запускать все и сразу. Практически все. Сколько у меня реликвий, а ну, поделитесь со мной. Раз, два, три. Нет, не все, одна где-то ускользнула. И на карте я ее не вижу. Кстати, Виктор. Да.
От меня из Атлантиды лучшего вина вам. Не дотягиваюсь. Ага. Пойдет, пойдет. Здорово, греки вино пьют. А вы нам здесь пьют, а то у нас в Атлантиде как-то плохо. 8, 7. Народа мало. Ну вы там 5. Научились так, выращивать под водой виноград, что вам накопилось сказать. Больше всего древесины, потому что из остального это обычная игра, ваше зло не изменилось. Мы или теперь не Элло. Я не поняла. А в каком смысле мне это написали? Так какая разница? Все, друзья, спасибо вам за просмотр. Я не знаю, о чем речь. Так, и сейчас покажу, конечно, итоги. Я хоть в чем-то отличилась, вот я зелененькая. Да, у меня в мифологии была удача. Экономика. В экономике я милости больше всего заработала. Тассус, видите, догоняет 46. А также зданий потеряно меньше всего одно, и то, скорее всего, доход от торговли 54 тысячи. Да, точно, это было чудо света. У Ольги неплохо, молодец. До классической эпохи у меня прошло меньше всего времени, и времени до мифической эпохи тоже меньше всего прошло. Как для новичка. Тут там добыл, молодец. У меня мирмидоны и гидры преобладали. Ну да, конечно, вот и график. Я зелененькая. Ну, по сравнению с тем, как у меня обычно график выглядит, когда мы с Виктором играем, то вроде стало лучше. Нормально, вот все круто. Вот такие вот результаты. На этом мы с вами, ну друзья, что, прощаемся друзья, и ждите новых серий. Я не знаю, что там Виктор еще говорит, потому что я его не слышу. До скорого. Если вам понравилось, пишите, что именно, и ставьте лайки. И кто захочет попробовать подобный формат, тоже можете отписаться мне в ВК. Единственное, что предупрежу, речь идет не об игре с лицензионной версией. Тут надо шаманить. Но, если что, расскажу, как и что. Удачи вам!